Друзья, всем привет! Сейчас я буду кушать супер простую еду. Это хлеб со смальцем. Вот такой хлеб со смальцем. Кто не знает, что такое смалец? Смалец — это топленое свиное сало. Вот такие бутерброды со смальцем. Вот так выглядят. Смалец. Еще бы классно было бы, если был бы чесночочек, можно было бы чесночка мелкие кусочки порезать сюда сверху, было бы еще вкуснее, но чеснока у меня нету, поэтому буду просто кушать хлеб со смальцем. В общем, друзья, приятного аппетита вам. Да, с чесночком была бы вообще бы тема отличная. Смалец свежий, с домашнего сала. Очень вкусный и такой запах ароматный.
друзья, очень вкусненько, очень. Единственное, что не хватает, это чесночка. Если бы еще порезать мелко чесночок сверху, была бы неповторимая вкуснятина. Друзья, ну это была супер простая еда, бутерброды со смальцем, смальца из домашнего свиного сала. Вот, еще раз повторюсь, кто не знает, что такое смалец, это топленое домашнее свиное сало. Вот, в общем, если оценить по 5-бальной шкале, то поставлю 5. Именно смалец очень вкусный, свежий, классный. Вот, с хлебушком офигенно. Как я уже говорил ранее, еще если добавить чесночка сверху, то вообще объедение, просто пальчики оближешь. Вот. Ну ладно, друзья. Хочу поблагодарить вас за то, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, и хочу вам пожелать счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. И пусть все у вас будет хорошо. Все, друзья, всем счастливо, всем пока. И до новых встреч. Увидимся. Всем пока, друзья. Пока-пока.